Всем привет! Сегодня 30 августа. Нахожусь я на Больничном озере. Это, короче, в районе Чокрушева, в районе асфальтного завода. Он у нас находится. Там страусов разводят. Ну вот, поймал такую чурогайку. Вот, на блесенку. Приехал тупо половить ротанов. Ну и что попадется. Карандаши так карандаши. Ну пока ротаны он там на удочку у меня не клюют. Приехал на велике, блядь. Купил себе велик, блядь. Чтоб пешком не ходить. Вчера ездили на Уй. Я там видео снимал. Ну снимал тупо, когда еще лодку я накачивал. Потом у меня настроения не было снимать дальше видосы. Памяти мало было. Короче, я вчера поймал там щучку примерно на килограмм где-то. Сплавились километра на 3 вниз. От моста Крапивского. И нихуя больше не поймали. Мужики там с Омска были, короче, на двух моторах гоняли. Тоже поймали щук, но они там килограмма по 2. Ну, штук 7, может, поймали щук таких здоровеньких. Ладно, всем пока. Ну вот, ребята. Поймал вторую. Примерно 500-ница. Вот на вот эту хуйню, на попер. Промазывала раз 6. В итоге наскочила. Ротанов не поймал. Это вторая щука. Ну вот, ребятки, третью поймал. Вообще и грибу он как оторвал. Видите? Вот. Ну, первая у меня побольше была. Третья. Забагрился четвертый карандаш. Короче, конкретно попалась. Видите как? И в глаз, и в жабру, бля. Это еще меньше, короче. Но отпускать смысла не вижу, она вон покоцанная. И мной проколото, заебись. Пойдет сметанку жариться. Вот, ребята, закат. Щучка два раза еще промазала. Вот пятую поймал. Но это схватиться успела, заебись. Зацепилась. Так. Пауза. Вот, ребятки, поймал шестую щучку. Пока с братом по телефону разговаривал, не смог заснять на спиннинге. Солнце уже село, плескается со всех сторон. Щуки, блядь, вон волны идут. Там волны идут. Ладненько, пробую еще ловить. Еще минут 20-30 порыбачу и съебываюсь. Только, ребята, отошел с одного места, поймал вот такую 700-ницу. Закат. А вот он, я, собственно, персоной. А вот она, щука седьмая. Попалась нормально. Вот здесь поймал. Угу. Ладно. Кидаю еще. Сделал, ребята, еще 3 заброса. Поймал 8-ю чурогайку. Вот она. Красивая. Красавица. Давай, ложись к этой. 8-я. Вытащил оттуда он. А это тут поймал бы. Пауза. Вот они все мои 8 щук. Ха-ха. Такие вот они. По сравнению с кипариком. Вот. Все. Собираюсь на этом дрондулете ехать. Луна. Речка шумит. Поле скошенное. Вон это. Речушечка. Все. Поехал до дома. Чё, ребята, сегодня 31 августа 17 года. Ох ты, блядь. Сплавляемся от нефтебазы. Под мост, короче. Поймал вот эту сучку. Вот она. Кило 700 где-то, да? Не, Пашка, ты так не делай. Да. Ты чё? На, вот, видимо, на пару будет. А? Где-то кило 900. Не, кило 700 будет. Не больше. Вот такие дела.
Нажми там на паузу и сфоткай меня. Так, ребята, поймал вторую щучку. Короче, 200 метров, наверное, сплавились. Короче, вон сеть нашли, в ней был налимчик небольшой такой, 50 грамм. И вот эту щучку взял. Ну, это до килограмма, наверное, щучка. Это у меня уже вторая сеть. А, давай еще фотку, нажми паузу. Так, ребята, вот поймал третью, но это уже где-нибудь 500 кг, 700 кг. Третья щучка. Ну, вот этого чебачка поймал. Тащилась красиво, 20 метров я за собой тащил. Давай фотку. Кого нахуй, блядь, возьмется? Пашка только что свою первую щуку сегодня проебал. После того, как я вот эту четвертую поймал. И у меня за место вот этой четвертой еще одна взялась. На сколько примерно была? Ну, примерно, взгляд твой. На 5. На 5 килограмм, да, где-то была. И во всем виноват вот этот вот человек, который неоперативно сработал с очком. Надо было, блядь, свой спиннинг бросить, который тащил, и работать с очком. Купить нахуй. Но он этого не сделал, ребятки, понимаете? Вот. Вот такие дела. Вот такая вот четвертая щучка. Вот они, мои крокодилы, лежат. Без тебя сняли отчет. Ну что, ребятки, Павел Евгеньевич тут зацепился. Я скорее начал, думаю, сейчас это, подматываю фрикцион свой, ну, катушку мотаю. И перед самой лодкой за метр примерно выскочила щука. Я думал, она промазала. А она взялась, короче. Ну, такая же стандартная, 1,5 килограмма где-то. Это у меня уже 5-я. У Пашки тоже вот, у меня вперед сорвалось было 700-ница. А? Хапуа! Хапуга! У Пашки 700-ница, короче, сорвалась, которая у меня вперед сорвалась. После той, которая на 5 килограмм была. Да. Ну, нет, ну в том же месте. Та же самая. Ладно, всем пока. Вон, там 4, и это 5-я. Ну что, ребята, вот и Пашкина щука первая. Ну-ка, ваши впечатления? Пиздец, нахуй. А, борода, нахуй, а не пиздец. Ёбай, нахуй. Слушай, ты охуел, щуку с подноса выловил. Ёбаная, сука. Ну, хорошая щучка. Ебать, то лезь с подводной лодки. Я, короче, вытаскивать не буду. Я сейчас буду кидать рыбачить. Хорошо, кидай. Вот и Пашка поймал вторую. Ну-ка, покажи ее. Вот килограммовая. Че небольшенькая? Нормальная щука. Ебать, не а у меня 5 так и есть. Вот Пашка поймал третью щуку. О! Ай! А вот. А у меня 5. Я сейчас оторвал, короче, свою снасть. Ребятки, в общем-то, подплыли вот к вот этой речушке. У меня, короче, сейчас щука 3 килограмма сошла. Пашка вот поймал окуня. Сразу же. Второго покажи еще. 2 штук окуней он поймал. У него уже 3 щуки, короче. У меня 5 щук в садке, и вот 6-ю я поймал. На, Пашка, сними. Руки сразу обтери только. Вот такие вот дела, ребятки. Солнце вон садится как. Сейчас я вам покажу эту щучину. Главное, чтобы она у меня не ушла. Чтоб она не ушла. Стоять, сука. Щука, блядь, ебаная. Ты мне башкой своей в руку бьешь. Подожди. Стоять. Как тебя взять-то аккуратненько? Стоять, щучка. Стой. Вот. Взял с очка, короче. Достаю. Ну, вот такая вот она. Ну, короче, до килограмма. Может, чуть больше, может, 200 кг. Ага, ну все. Вот Пашка поймал, короче. Щука, она вот такого. Ну, это 500-ка. Пол килограммовая. Да, 500-ка. Четвертая, да, у тебя щука? Да. Ну, и вот мои 6 штук. У меня уже 8 килограмм, наверное, есть. Всяко, да? Да. Вот Пашка поймал 3-ху, походу. Ну-ка, подними-ка. Покажи, покажи я целиком. Поверни, не, поверни ее бочком. Не, так, в 2 руки возьми, ты чего эхаешь? Подожди. Вот она, здоровая, блядь. Ну, 3-шка. Может, 2, 2,5. Блядь, а у меня сегодня такая же ушла, еще больше была. 5-ка. А? Вроде бы как не залез. Такая вот щука. Пашка поймал. Крокодил.
Килограмма 2,5, может 3. Ну, почти 3. Думаю, не 3. Выпрыгнул на берег, заснял? Нихуя ты не заснял. Давай. Так она как раз там была. Давай фотку. Ёбана в рот, я это не заснял. 6 щук, короче. Ну чё, ребятки, вот они мои 6 щучек. По сравнению с пачкой. Майский чай. Майский чай вообще. По сравнению. Не майский чай. Кило 500, кило 700. Щука каждая. Такие дела. Даже есть побольше. Короче, 9400. 6 штук. Вес общий. Удачно сегодня порыбалил. Пашка тоже нехило порыбачил. Увидите там овные щучки. Ладненько. Пока. Буду чистить. И солить. Вот они мои. Щуганы. Дали какие крокодилы, блядь. Fisherman Hunter представляет охоту на рыбалку. На щуку, блядь. Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы. Ой, блин, крючочек. Короче, первая щучка пошла. Видно же? Вид, палец убери от вспышки. Видно? Да. Кило 345. Так, оп. Сейчас ебанется. Не пишет? Пишет. Вторая щука. Кило 200. Охуеть. Маленькие какие-то. Кило 290 она показала. Так, третья щука. Кило 800. Так, сейчас, ребятки, четвертую взвесим. Извиняюсь, то что это... Память кончилась была. Кило 550. Пятая. Кило 540. Ой-ой-ой, памяти не хватает. Ой, стоп, подожди. Я не сбросил бы. Кило 610. Так, и паузу нажми. Там такая двоеточие. Жало. Валера, ты как туда забрался? Дурачок, блядь. Валериан, скажите что-нибудь. Залез в рыболовный садок. Ай, распиздя, любитель рыбы. Ой, дурачок, блядь. Это колбаску кушать, я колбаски принес. Извини, что, блядь, в 12 ночи. Валерочка, давай. Молодец, вылез. Валерка обосрался, блядь. Ой, бедный.